Отними, Ваня, да, минус 50%, типа, отними. Кинь Саня обмен. И, а я не помню, кто заролил еще один токен. Шака. Жрец. Не, не этот, вот этот вот. Кто его забирал? А, Маша, это... Маша. Маша, все. Ну. Так. И осталась последняя шмотка. Сейчас смоньте всех, кто в пати. Вот эти люди пойдут, остальные пойдут завтра или сейчас подумаем, когда. А бонд? Давай токен я заберу, а, или уже забрали токен. Забрали. Женя 10 раз, 2, 3. Сейчас возьмем место кого-нибудь, тебя бонд. Егор, ты завтра будешь? Нет, я могу вообще в РС не идти. Ну, типа, рано еще. Объективно, ну, рассуждать и адекватно. Давай, то я бонда возьму. Он есть септембр, пускай ебашит. Я возьму бонда вместо тебя, потому что там запы падают на мультика хорош. Что? Давайте дай так порт, идем. Дай туда. Порт, дай порт мне. Или топ-хайп. Кто-нибудь поставьте порт. Да, сейчас надо. Но хотя бы стоило бы, может быть, еще одного ханта взять, чтобы так много хантов не было в следующем рейде. Хотя похуй тут. Не, а вдруг, в принципе, выпадут двое сапог. Кто хотел там еще уступить место? Давайте трэш бомбить. Да, да, трусователь, Егор, вернешься обратно. Мало ли двое ботинок выпадут. Хорошо. У меня, короче, по субботам, воскресеньям точно на РТ не будет. Иногда это. Это септембр будет еще один, РСК будет. То 100%. Только не знаю, в какой день. Да, может, чтобы его не обижать, его взять, слышишь? Я, блядь, третий день играю, он давно. Пускай, ну, идет, давай, 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 давай. Все, хорошо. Если не уйдешь, ты еще получишь 750 за РС-ку. Те, кто остаются сейчас, за РС-ку еще получат. Ну, за ФК так мало. А? Ну, за ФК так мало. Ну, да. Рейд какой-то, блядь, РБК, нахуй. Да, нет, понятно. Но все равно уже ФК, по сути, делить. 850 это в 3 раза больше. Да, какой ФК, посмотри. Это уже какой-то пиздец, вы чё? То правильно, ФК, но этот, просто смотри, как у нас шмотки дёшево. Дёшево уходят. Только за резку удаёте? Ну, дёшево шмотки уходят, которые... Ну, нахер они нужны, по сути. Слово. Ничего, не услышал, да ладно. Ну да, у него плохо слышно, вчера тоже было плохо слышно микрофон. А, ну дешево шмотки же уходят, которые, по сути, нахер никому не нужны, по сути. Ромбику позбивайте каст, а пока позбивай ромбику каст. Окей, где ромбик, и... я ромбика не вижу. Блин, Андрей, куда ты убежал? А его уже нормально, его отвели, все нормально. Я забей. Не помню, что ты прав, пробудите. Все, нормально он сделал. Он отвел его. Че ты лежишь-то в дикей, вставай, дебей. Да блин, я только упал, нахуй. Ты упал 2 минуты назад. Ну пиздите, я упал, вот, перебежал и упал еще раз, нахуй. Паша, короче, ты сбиваешь без метки косты. А пока ты сбиваешь. А, пока сдох. Руки, Женя, сбивай тоже ромби. А зачем этого моба, Пашка? Этого не надо. Откинула в него. Так надо в дерево тебе остановиться и все. В дерево, иди. Всем привет, как целка? Нормально. Ну закрыли? Закрыли уже. А ты, скотина, не пришел. Распука. Ну нечаянно откинул. Этот, МДК, я хотел тебе вернуть ИП, но ты 3 раза подряд сдох, поэтому, в принципе, все заслужено. У него сейчас пукан разорвется. Я сейчас нахуй ебанусь. Так а что, сколько ИП за РС даете? А сколько людей? Ну что, примерно понимать. Что еще раз? Так. Что еще раз? Проходку хотя бы человека 3 сделала сегодня. Больше. Там человек. Короче, Даня, ты завтра сможешь в 13.00 РТ провести? Я тогда с тобой смогу. И все помочь тебе. Куда? Целка?
Целка, мне твоя помощь не нужна. Ну, я имею в виду, что я схожу с тобой. Если там на фу будет, то где-то если надо будет, то помогу. Если нет, то буду молчать, просто помогу тебе, скажу. Если хочешь помочь, давайте лучше гриль-магик второй сделаем. Ну, смотри сам, мне без разницы, завтра какой этот рейд. Ты, короче, решаешь, ты и ставь. Нет, я просто... Ну, типа, с магика начнем, типа, ну, гуруль это не такая проблема. Как скажешь. Так, дайте, да, возвращаемся обратно. Куда вы пошли? Будем бить дракона. Я ставить РТ в календаре, чтобы он ставил уже под себя, и люди уже смотрели, подстраивались. Это вы, ну, типа, мандрят. Уже спулили трэш. Я уже трэш забрал. Блять. Все равно бить, какая разница. Команд... Большого отведи, пожалуйста. Не, ну, да. Я на него печеньку, Паш, поставил. Бля, короче, прикиньте, я нечаянно перепутал ларец с зачарованной шкатулкой и выкинул ее из сумки. Что это за шкатулка? Хуйня, там все равно три негона. Нет, я с маунтами, с рулетки, нечаянно с ларцом с Долгорода перепутал и выкинул ее. Ну, сильно. Ты еще не поленился, удалить написал, да? Ладно, короче... Этот, Даня, тебе вот сейчас решить, какое завтра РТ? Без тебя и без уфолога я не осилю, вот реально, реалистами быть, то, что груль-магик я не осилю. Ну, я груль-магик могу и понедельник помочь. Ну, ты, короче, ты, батя, ты решай, и РС-ку можно вторую поставить тоже, допустим, завтра. Так что давайте тогда замутим завтра гуль-магик и РС-ку. Ну, так. А, там еще проходку? Ну да, у меня тут винов дохуя, проходок ни на ком нету. Ну я поэтому, в принципе, и говорил, что лучше поставить вначале ЦЛК, чтобы, может быть, попробовать кому-то проходку сделать еще, а другой день, типа, похер. Ну ты, короче, решай сам, как тебе удобно. Ну давай, если никто не против, давайте удлиним тогда завтрашний РТ. Грубо говоря, за там пол первого соберемся, чтобы ЦЛК закрыть. Ну, как скажешь. Ставь, кто придет, в любом случае будет завтра туда РТ. Если тот, который ты представишь, кто придет, тот придет, остальным что-то пугов доберем. Все. Сам решаешь, что будет, и поставишь. Дайте фул ребаф, ханты готовы вступление снимать. Паши, ты танешь. Скибиди, Септембр, это хайп. Шкаф поставьте, засуманите. Я сзади сижу, пью. А так меня нормально слышно? Так намного лучше. Нихуя не поменял. Ну хрен его знает, что я намного лучше. Все, иди пуляй, Паша. Разворачиваю. На взлетке, блядь, метки влево, рейд вправо. Короче, я послушал вас и понял, смотрите, типа, ЦВК ставьте завтра, потому что выходной день, больше времени, потому что будет основной состав и типа будет дольше идти, это точно. Гульмагик надо ставить этот такой, типа, день, типа, хуй на отшибе, типа. Потому что, ну, гульмагик, он закроется. Он уже понятен, он закроется. Ну, я смогу на следующей неделе только понедельник помочь. То есть, либо Зашку пойду туда, либо гульмагик могу. Ну, в понедельник ставь гульмагик. Зломан я хуй. Зломан это уже два закрыли, да? Пусть здание решает. Сейчас еще один человек может взломан сводить. Славность, он тоже может куда сводить кого-нибудь. Не может? Ну, взломан херово знаю. Я же говорю, ссылка и дальше. А, понял. Ну, тогда надо как-то, чтобы ты со мной сходил, я тебе покажу. С метками отбейте влево. Саня, нажми массей. Ну, прохилься. Вступление. Быстрее. Чё ты долго, ханты? Как этот калич дох? Конус, наверное.
Как ты достал? Да, конус. А, я понял, вон где он бежит. Да. Да я ж хочу вот это. Вадик, я тебя люблю. Ну, уже КД повесил. Ну, давай заменю, заменю. Егор, возвращайся. Не, не Егор. Может, Навара что надо? Давай трусовать им. Обратно. Вот эту пачку пульте. Убейте этот трэш слева. Да-да-да. На череп садится легалайз, сбивает косты волну. Он не сбивается. Волна сбивается. Волна сбивает. Легалайз садится на бутылку. Сейчас нахуй пойдешь, Женя. Что вы? Вы задолбали, блядь. Этот, через тан можно сбивать. Паладинчик сбивай. И этот, и рожка может сбивать. Через попочкам. Чипшот. Чипшот. Ты кажется, он снимается только ожог. Всем. Ну, да, я забыл. Давно сам уже в раскинем. Да, сейчас засмотрим. Слушай, Андрюшка, ты капсал легалась? Я думал, о остроухом эльфе или о рэпере? Да, нет. Легализацию марихуаны. Залегали, да. В Таиланде живет просто. Поставьте шкаф. Ты держишь основного бича, все держите рейндж 12 метров. Милики можете срабатывать потом. Как сассируешь? Мы... нахуй сюда. Вот развернешь его, да, к нам спиной вот сюда. Вот здесь, правильно его держишь, массируешь? Да. Милики же на пациентку надо же сед, да? А, короче, слушай, держите рейндж. С метками, ну типа вот Саша говорит, раньше обязательно держите, потому что нахуй шотник просто и все. Не вас, а танк. Да. Поэтому держите рейндж, миликов тоже касается. Милики, там где дракон убитый, вот туда идите, там ранжу наберите, вот в озере где-нибудь. Да мы так знаем. Я вам вообще пойду к порталу, блядь, там. РДСники, рассочитесь по кругу и держите рейндж 12 метров. Все, Паш, пуляй, Андруха. Давай. Кто бить будет большой танк? Вам двое нас собой будет уничтожать, нахуй. Маш, ты-то иди хиль-то. А чё ты? Руки, чё? Войт, это беги от меня. Маша тоже. 12 метров рейндж держим. Достаёшь, Маш. И Войт достаёшь. Чуть рассоситесь. Да вот слева много мест. Вар пробежал. Варс. Жень, иди. Блять. Как же вы дороги. Почему? Пойду сверху вниз бить. Вон, смотрите, где я стою, туда тоже может кто-то наверх забежать. Так, погодите. Сейчас. Так, а зачем второго бьют? А, у меня здесь не стоит, да? 80. Тут без разницы убить. Ну, понятно. О, здесь сделали уже без разницы. Мы когда раньше убили, потому что этот был... ХП целые остановились у одного. Нет, тут хоть тут любого бьешь, у ХП падают. Не понял. Тут три человека рядом стоят. Да наберите рейндж 12 метров, говорю. Типа, если не бить не того, они ХП вас остановят. Вчера такая хуйня была. Нет, ХП остановят, если ранжун держит. О, сейчас нормально сделали. Еще держите. Нет, хуёво. Сильнее,
Фолок, забери еще одного. Так я встану, боже, ребят, вы что, ну типа. О! Наконец-то, блядь, стаков не появился. А не, пульца там. Ну. Кстати, я дамаг будет, не? Ой, типа пошутил, да? Ой, типа. Ну типа там где ты, там ниже дно. Да, Никита, я могу сделать ник панин написать. Речники сразу с септембра. Че ты бегаешь, волнуешься за главу угол? Спасибо. И ты квест возьмите, кто не брал. Сразу. Да я расширю. Там, где я стою, наверх. Да там квест ничего не дает. ОД дает. 600. Не избегайте пока. 600, по-моему. Ну, может, 300, не помню. Что, я не помню, где его сдать только. Драконьим погостью вроде сдается. Да. Пошлите, пошлите, парни. Вон, где все стоят, сюда бегите, сейчас по квесту. Да, давайте за это. И запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка... Ну, быстрее, шел там долго, солите. Атакой руководил кровавый... А, историю рассказывает. Но боюсь... Сейчас она договорит. Тут замешано и более... Интересно же. В самом начале... Паша, будешь на боте, Андрюха на трэше. Так, сейчас с команды чекину какого-нибудь. Там долго сиськи мять будете? Барухич после босса вот этого. Прыгнешь в лема, будет прыгнешь в БЦшника. Ну, если ты еще не в нем. Походу в нем, да? Да. Я могу сейчас прыгнуть. Да. Убьем. Все, все забежали. Пошли его. Надо его за этот. Завыдить надо. Блять. Ну да. Бля, это первый раз, ребят, начал ебать. Нет, завыдите. Да, надо было ударить. Ударить. Пойдите просто, кто упал. Пойдите, кто упал. Встаньте. Сдох. Кто туда попал, пойдите просто. Сейчас мы срезок. Пока только в инст не заходите. Бля, трэш не пропадет. Ну умрите, кто там? Ну босс надо просто выйдет, суперменталь, иди, умри, я босса. Все, давай, быстро мосрез. Не заходите пока туда внутрь, убегите все. Кто далеко лежит, упадите, встаньте сами. Чтоб босс не загорелся заново. Ну, чё лежим? Топ-хайп. Встали, встали, побежали. А пока у топ-хайп. Да я тут подвисаю, блядь. Сейчас за его едем. Всё, отлично, там ребятки, красавчики, за его едем. Так, Войт, Войт, давай на себя антифьеру закастуй. Можешь тебя закастовать. Готов словить. Пак, остановить. В РНЖ стойте, а ты у стенки танки, все, РДД, все у стойте у стенки тут, блядь, а ты танки там у той стенки. Паш, иди туда. Вон. Вот там, короче, стена появится, вот эта прозрачная, у нее танки все. Вот у нее упри спиной, да. Геру, дайте. Ну, жаль, где? Берегитесь. Ну, что, типа, Герр на танка нельзя, да? Не, я вам сказал, стенку ставьте, хули вы стоите, Герр лутаете. Трэш?
Ой, закастуй на себя антифер. Женька, морщичнее поставь этот антифер, ПТМ. Готовь всего этого сразу. Снимать стан. Берегитесь. Со стуны стреля есть, Тать? На пульте правый трэш, но фолл. Саня, а ты начинаем или с софода? Берегите. Кто упал, сами вставайте. Со входа давай. Паша, ты будешь танчить, вот ты станешь сейчас со стороны креста начнешь забегать. А мы будем с этой стороны залежим. Сейчас фул ребаф рыбу поставь. Бля, кто запулил? Да, красава, блядь. Это пиздец, ребят. Бесы, бесы волка. Они такие. За что, бурцы откатили, да? Нет. Так, кто здесь не был? Замок. Фласки не разбираете. Хотя я не знаю, есть смысл. Да, давайте вам выйдем. Хватает. У меня сейчас нету, сейчас я возьму фласочки. ГБ. Скибиди, там СПДшные, и, по-моему, еще кого-то. Сосуны будут. Я тебе говорю, мы до первого метеора перейдем по второму пазлу. Ну, типа, не знаю. Да пусть выпьем, ладно. Киньте обмен за фаску. АП у Хая и в дике Легвайса. СПДшная скибиди определенно Сацуны. Так, смотрите, что мы делаем. Все становятся... Сейчас я метку вам поставлю. Вот, метка печенька. Становитесь себе метку печеньку. Сайта миликов и РДДшников. Стоите в ней. Когда будет кидаться метеорит, он может кинуться в танк, а может кинуться в кого-то из нас. Если кидать в кого-то из нас, мы будем перебегать через пузо босса. Если он кинется в танк, то просто танк перебежит на другую сторону. Только так, чтобы не лицом в нас. Также будет вешаться дебаф на кого-то, одного человека. Как выносить дебаф? Старайтесь его выносить под хвост. Первый дебаф под хвост, а дальше просто параллельно пузу. Под самый конец. Дикурс. Да, лужа. Дикурс это лужа будет с Сацуны. Диспейдж. Забыл. Другие люди не диспелятся сами. Выносите тратик можно дальше. Корень. Потом. Появляется портал. Портал первый заходит уфолог. И забирает босса. Мы, когда Андрей сказал, все тоже заходим. И стоим все в печеньке. Тоже будет вешаться лужа. Вот, к примеру, босса крутят. Сейчас на себя метку ромбик поставлю. К примеру, босса крутят в эту сторону, вы лужу выносите к чуть назад, во-первых, и ближе к краю, во тьме. Там будет такой луч идти. Но не под этот луч. Дальше мы стоим, переводим босса до 100% материальности, все вместе там встаем. Потом, Пашка, ты подбегаешь, я тебе скажу, на место уфолога, прямо там, где он стоит, забираешь босса на себя. Андрей проходит луч. Андрей, ты все прожимки нажимаешь, выходишь во свет. Ближний портал к тебе, мы заходим в портал дальний от Андрея, то есть ближе к хвосту, который. Заходим. Становимся тоже все опять в печеньку, либо в ромбик. И даем Геру. Андрей прожимается, ему можно еще будет зубы закинуть, я это тоже скажу. Все. Босс очень простой. Главное, вы носите дебафы, не теряйтесь и не умирайте от лучей. Слушай, а мы начали, да? Не выходит на следующей фазе танк свет? Мы будем до 100% его. А, понял, все. Милики также вам будут говорить, как сказали, в печеньку либо в ромбик тоже подбегаете. И не бьете босса, только кто умеет может бить. Тогда лезвие. Вам будет заноншено. Все, готовность на пол.
На полу сейчас Ягеев Дикей. Мистер Бонд, смотри аккуратно. Ты секунд, за 10 секунд я на пулю и отойду. С апокалипсис. Сань, буквально секунду, сейчас дверь открывай, блядь, заебали. Хорошо. Мы, короче, будем оставаться все во тьме до того момента, когда я не скажу выйти в свет. Скажу выйти в свет, все выйдем в свет по очереди. Первый ухолок выйдет под прожимками, ему можно будет зубы заткнуть. Потом все остальные. И там уже дадим Геру. По боссу будет на 400% больше урона. Очень важно, когда мы будем выходить, на кого-то кинется метка. С меткой надо будет пройти и продиспелить, а не в портал зайти. А то будет моя. Да. Ни в коем случае с меткой в портал не заходите. Поэтому последний, кто выходит, давай будешь, Женя, ты скибеди. Последний, кто выходит. И если мало ли на кого повесится метка, ни в портал не забегайте. Отнесли от портала в начале лужу эту. Еще раз, во тьме выхожу я последний? Ты выходишь во тьме, да, последний. Ждешь, пока повесится лужа. Ну, то есть, если мы все красиво сделаем, лужа не повесится. Ага. То... Ну, я буду подсказывать. Нет, ты говори сейчас. Мы ждем еще, говори что-то. Объясняй. Ну, смотри. Мы будем все оставаться во тьме. В свет никто не выходит. Боссы до 100% материальности спустили. Андрей первый выходит в свет. Потом мы все уходим за ними. Может такой момент произойти, что на кого-то повесится лужа. Чтоб этот человек не выбежал с лужей в портал, а то будет пиздец. И ты должен будешь его задекурить. Диспейлить лужу, хорошо, все. Да. Маша, готова? Во тьме выносите на 90 градусов метки. Тоже важно. Зайдите в ромбик сейчас. Все. Все, припоты на первой секунде, на слове полда. Пуляем. А где я когда? Все в печеньку стали? Метеор. Падает. Перебежали на другую сторону. Быстрее перебегайте. Не докачивайте ничего. Сказали, перебежали, побежали. Стали все в печеньку. Приготовьте скоро дебаф наносить. Под хвост. Не обязательно под хвост, можно просто назад. Хай, побежал ты. Саня, диспелишь. Может, и не хватит урона. Больше дать кого? Больше. Или стопать больше. Все, метеор пойдет. Прибежали на другую сторону, быстрее. В портал не зайдите. Уколок, заходи наверх. На себя протягивай 2 метра, на себя. 2 шага назад сделай. Все, заходите. Да, заходите. В печеньку становитесь и бейте босса. Я же правильно понимаю, я пока не захожу. Да, ты заходишь. Заходи. Барметаль, выбеги. Кто за диспелил? Кто за диспелил, Минс? Сейчас проверим, кто за диспелил. Не. Аккуратно лезай, Мильки, в РД отбегите. Печеньку, за печенькой станьте. Так, дай по апокалипсису. А, не дал по апокалипсису. БР. Трусователь, выбеги. На краешек беги. На краешек подойди прям. Слишком сильно крутить. Марухичи апокалипсис встанете только после того, как мы выйдем в свет. В этот момент. Лезвие аккуратно, печенька. Лезвие сейчас будет, ребят. Отбегали назад чуть-чуть. Шнурки вынесли. Печенечка может. Лезвие появится там же, где оно исчезло, поэтому не двигайтесь. Лезвие закончилось, просто стоим. Все, просто бейте босса пока. Топ-хайп выбеги. Лезвие, 5 секунд. Все, просто бейте босса. В порталы никто не заходит. Не перекручивай, пожалуйста, босса. Бля, ты Валста, не учи танчить.
Сосуны, выбеги. Септембр, выбеги. Еще 20%. Но после следующих лезвий надо уходить. Да, выйдем. Лезвие, 3 секунды. После лезвий, Паша, готовься остановиться на Андрея. Место. Андрей, ты выбегаешь. Кусяу, выбеги. Сейчас портал нас выбеги, Кусяу. Кусяу, выбеги быстрее, да. Ну, все, давай, Андрей, выходи. Прожмитесь. На фул прожмись только. Портал обновился. Да уже все, блядь. Заходи. Уходи. Ой. Да все, блядь, проебали. Половина людей выбежала, половина нет. Юра, что не вынес дебаф? Минус Кусяо будет. И Женя минус. За диспал. До того, как портал обновился. Новый рейд, тебя, типа первый трай. Мировой ладно, рейд. Ладно, хорошо. Первый трай. Вы все, упадите все. Сейчас еще раз убьем. А ничего, что у нас пол рейда вышло перед танком. Это да, очень рано вышли, пока портал не обновился. Надо подождать, пока новый портал будет. Да сейчас убьем. Я бы сказал, дайте зубы, я без зубов не хотел выходить, вот и все. Вы делаете, что хотите. Да забей на зубы, если не дадут, будет войда проблем. Заходите все быстрее. И диспелит, единственный, кто диспелит, это Сосун. Женя, ты диспелишь только когда все выйдут. Я помню, Саша, я на эту кнопку нажал случайно, по привычке. Все, может не будет трогать. Не будем мы на два пати разделяться, мы с одним пати убьем. Можно так убивать, как ты пишешь, Женя, можно так, как мы сейчас убиваем. Так будет проще, когда вы научитесь так убивать. Намного проще. И Кутяо сразу появился дебаф, слушай, выбегайте к краю. Даже если сдохнете под лезвием, главное, хоть нас не убьете. Сейчас мы убьем. Ровность на пол. Пристаба. Зайдите все немножко сюда, внутрь, чтобы никого не оставило. Войд, когда скинут тебе, закинут зубы, закинешь сразу зубы по уфологу, сразу же. Все, ДБМ пол пошел, полетели, за печенькой бегать. Первая секунда приплоты. Мелики, не стойте ближе к печеньке, пожалуйста. Ближе к печеньке никто не стоит. Да, потому что метеор может прям в босса падать, и мы когда будем бежать, он нас заденет. Поэтому стойте на рендже. Скоро будет метеор, приготовились. Пока еще никто не бежит. Прибежали в другую сторону. Приготовьтесь, скоро дебаф будет. Берменталь выбежал. Три процента. Наверное, будет еще один метеор. Готовьтесь. Не будет, если дать ДПС не будет. Не, нормально. Успеем. Все, ждем. Уфолог зайдет, скажет, когда зайти. Куда пошел Нелеш? Дать БРП Нелешу быстрее, Маша. Он тут лежит. Маша, по БВР, по Нелешу и заходите. Yeah. Заходите. Ну, вставай, Нелеш, и заходите. Блядь, Маша. По хайп выбежал. Прохинился. Печеньку найдите, глазками. Печенечку. Печенькой бегать. Милики, отошли печеньку.
Угорн, выбеги. ПС-ку, если есть, войс закинь. Часон из-за Лейнер по Сосуне. Скоро лезвие будет в печеньке. Стойте, Марухич, выбеги. Мирки, я пошел назад, сделайте. Смотрите, в порталы не зайдите случайно, а то умрете сразу. Забейте босса до 100% материальности. Так, сейчас Уинер по Сосуне, Элгорн, выбеги опять. Мирики, отходи назад, печеньки. Кто шарит, как бить, бейте. Вот сейчас можете бить. После следующих лезвий будем выходить. Войд, выбеги. Только надо нет. Выходить, когда портал отдается. Не сразу, когда портала. Мне не хватает еще. Печеньки, ребят, печеньки, милики. Это старый Кусяп, портал. Выбеги. Все, портал отдается. Кусяп, выбеги. Зубы дай, зубы дай, зубы дай. Уходи. Там дыхание. Забежали всех сзади, блять, портала. Выбежали, выбежали. Печеньку сразу зайдите, прохилите медведя. Медведя. Не прохилили. Я поздно вышел. Катал. Порталы пропали. Добьем? Ну, не добьем. Давай просто еще один. А еще одни лезвия подождем, сразу после них выйдем. Это, смотри. Надо на это, надо. Я иду, танки зачем меняются? Они очень долго, мы теряем время. Мы очень долго выходим. Заранее, Паш, чуть-чуть беги, когда уже 100% материальности, можешь вместе с Андреем идти урон получать. Так 100 еще не было. Ну да, ладно, сейчас сделаем. Последний трай сделаем, так, если нет, то пойдем. Обычно. Блять, кто-то еще живой там был. Зайдите во тьму и сдохните в этот свет. Это вопрос, зачем танки меняются? Для чего это? Открылся, да, можно менять. Ну типа это потеря просто времени очень большая. Хорошо, Паш, давай по-другому немножко сделаем. Ты заберешь у Андрея босса, когда будет где-то 80% материальности, Андрей будет готов выйти сразу, как 100% материальности будет. Это подвернее Митка будет. Не сложило. Ну, Хпал, как выйдешь, сразу не прохили. Тут очень будет больно отрывать ему. Прям очень я больно. Я не мог выйти, потому что босса моделька большая, на портал тыкнуть не мог. Плюс поздно сказали выходить, я так понимаю. Я по такой тактике сделаем еще один трай. Как не бил? На X2 все время били так. Или ты с нами не был? Я стоял во тьме фулл бой. Не, мы на X2, когда с Серегой били. Бля, я прогружаюсь очень долго при том. У тебя, наверное, зависло, да, на 100% загрузки? Да. Тебе сейчас очень долго загружал. Вовку. Да, она тебе не прогрузится. Я закрыл, у меня сейчас половина прогрузилась. Очень медленно дальше загружается. Короче, ты типа, я философ, типа, с воином опять, кто бы что ни говорил. Типа, я не против травить, будем бить, как вы хотите, но мы уже убили бы и разошлись.
Ну смотри, Андрюх, один раз, чтобы люди поняли, что делать от них, это будет намного проще. Ну смотри, я сужу по себе, короче, я вот сейчас вышел под зубами и жил, типа, потом отдавал все свои поочередно, типа, туда-сюда, и бамс, 63 камня. За... Ну, мы умерли, потому что не вышли люди, я никто не снимал. Там буквально пару секунд, 10 секунд, он умрет. Босс. Потому что по нём будет на 400% урон повышен. Не, я не против, я говорю, ничего. Плюс эта тактика гораздо проще для ХМа, да, на в дальнейшем. Блять. Да. Там если чё, маякнёте, я отошёл. Сейчас попробую еще раз перезвонить, потому что это пиздец не подключился. У нас все равно хватает, потому что это сделать. Вот, я тебе скажу другое. Они никуда менять не будут. Уже у них прописан РС давно, типа. О, сейчас загрузка быстрее пошла. А, 5 минут у меня осталось. Максимум трай. Хорошо, я не трай. Иди сюда. Ну, сейчас забьем. Все, просто... чуть синергичнее. Что сделать? Блядь. Что ж оно висит? О, отлично. Очень долго танк выходит. То есть меняется уже 2 портала, а мы должны в портал все выйти. Просто это очень долгое исполнение. Очень долгое. Ну, так, вы говорите, когда всем выходить. Да, да, скажем. Когда 100% потеряется материальности после лезвия. То есть лезвия прошли, или долго, когда времени до лезвия остается. Следующий портал, и мы выходим. Рыбу поставил. Фул ребаф, все, и полетели. Пристабав дать. Главное, что ты, Андрюха, живешь, все остальное. И готовность на пол. Женя, скайфон. Ультим, да. Полетели. Да, сюда, на припод нажал. Припод на первую секунду нажимал. Печеньку, больше печеньки не заходит. На пулы отдали. Мистер Бон, слишком близко к боссу стоишь. Печеньки стоит. Да, я в шубе попробую. Метеор прибежал. Стрелял в гор, быстрее тоже перебегаете. Скоро будет дебаф приготовиться нанести. Четыре процента. 7 секунд, 3%. Должен успеть попасть. 2. Ждем, пока уфолог зайдет. Не зайдите в портал, отбегите назад чуть-чуть все. Заходите. Клима просто ебало. Чуть-чуть, Андрюха, когда выходишь, назад отходи, и тогда не точно будет, не будет такого. Печеньки, стойте. Я, блядь, болт открыл. Трусователь выбежал. Печеньку перебежали. Лезь, качку. Назад отойдите, милики, чуть-чуть. У меня ДБМ наебал. Через 3 секунды где-то будут. Шари, топ-хайп выбеги. Когда выбежим все, Маша отдашь БР по этому, по Жене. Не, Маша КД не леша отдать. Нет, КД Маша тогда отдашь.
Так. Скоро лезвие, медики. Назад, с отцу на выбеге сам и задиспойся. Переводим до 100% материальности, нам подскажем. Скибиди выбежал, Женя. Женя, скибиди. Есть Инер Пасацун? Дай кусяу Инер Пасацуна. Он выбежал, маска. После следующих лет не надо уходить. Лезвие еще будет. Паш, что у лезвия закончится, уже можешь бежать к Андрею. Прям в его фрейм забежишь. Андрюха, выйдешь в тот дальний портал, который возле тебя, за спиной. Бортменталь. Портал обновились. Портал закрылся. Ходи, Андрей. Побежали всем за спину, выходим. Все. В ДК дайте зубы, в ДК зубы, или, ой, медведя. Прохильте медведя, ему сейчас будет очень больно. Под пузо станьте, печеньку, или Геру. И Геру дайте. Все, дайте Геру. Медведя прохильте, медведя прохильте. Да хилю, хилю. В один фрейм станьте печеньку, не надо по бокам стоять. Метеор скоро будет. Перебежали. А во тьме никто не остался, да? Нет. Меня никто ДК не тоже выйдет, ДК, ДК, ДК выйдет, ДК выйдет, свет. Беги, малыш, беги. Ой, там остался. Да, мне кажется, без разницы, в какой тактикой одинаково. Нет, нет, просто, бля, я стал собой и паттерном. Так, они что поменяют, они что тебя набьют? Перебежали, все. Типа, хуй его знает. Чешка хиловская. Ладно, Саша, всем спасибо, я убежал. Саша, Войт, он там не остался, Войт, а забежал, потому что танк просаживался. Я тоже не понял, я должен выходить или должен до конца там танка хилить? Нет, вы в робу выходите, типа, все выходят свет. Танк абсолютно все. Я вышел последний. Да, и танк. Ну, да, ладно, плохо объяснил. Я не упал, ебаный бро. Хуйня упала, цена ебать. Хуйня. Ну, мне шея пригодится. Шея, кстати, да, реально хорошая, блядь. А числи, Андрей, 750. Сейчас. Ну, пока... Оно каждые полчаса идет. Так, давайте. А, все, вижу. Запы. Понял, все верно, все верно. Мистер Бонд 10 раз. 2, 3, кидай меня. И мистер Бонду ничего больше не надо, да? Да. Все забрал. Чешка прошел. Все прошел. А чешкому зачем? Уже нет ПБшной. Или нужна все равно тоже. Я же в ШД играю. Я не знаю просто. Слушай, Антюх, я без понятия. Я думал, то, что тебе нужны наши, эти хостовые тоже тринки нужны. Типа наподобие. Силовые. Четка, чешка. Скибиди 10. Вообще-то. Зайдите всех, кто там на замене. И кто-то ливнул с рейда зачем-то. Или я сейчас попробую, он зайдет по кику и дам мне появится. Это Сацуны, ему бежать надо было.